зашли в городок, внутри городка. О. Как ты класс! А это ресторан? В общем, краткая предыстория. Мы снимали очень много контента в Москве. Очень много. В самолете, в Москве и вообще везде. И первый день в Турции. Но я растяпа ужасная. Прошу прощения. Я потеряла сета телефон со всеми сторисами. И потеряла карту от камеры памяти. На которой было все. Она потеряла телефон, на котором было все. И потеряла флешку, на котором было все, что мы записывали. Теперь это начало записи. Начинается у нас со Стамбула. Москву мы еще доснимем под конец нашего путешествия. Но, честно говоря, там очень было много хорошего контента. Просим прощения. Очень хороший контент. Ну, вкратце расскажу, что было. Мы поехали в Москву на один день. Показали Красную площадь. Можете в интернете посмотреть в гугле, как она выглядит. Показали Воробьёвы горы, тоже в гугле прогуглите. Мы, кстати, там еще потерялись. Да, потерялись там. Гуляли очень много, прошли около 30 тысяч шагов за один день. Потерялись в лесу, еле как успели на рейс, потеряли телефон. В общем, там был классный контент, интересный. Ну, вы примерно можете представить. Сейчас мы в Стамбуле, уже второй день, получается. Первый день у нас был какой-то такой, мы не могли проснуться. Сейчас второй день. Кстати, в Стамбуле мы еще в 2 часа ночи снимали, когда не могли квартиру найти. Да, там вообще был контент классный тоже, интересный. Ну, то есть нам люди на улице... Не в 2 часа, это было 4 часа ночи. Нам люди помогали найти квартиру нашу. Представляете, в Стамбуле. Сейчас мы здесь. Сегодня у меня был первый рабочий день мой. Вот. Давай будем идти. Ну ладно, покажем город. Будем догонять. Потом снимем. Или ты хочешь снимать? Давай в магазин снимем. Не, давай потом. Давай сейчас. Я зайду в него. Да, это алкогольный магазин. Ой, что это такое красивое? Розовое. Это вино. Шампанское. Красивые у них вина такие, кстати. Посмотри. А, в Стамбуле еще вино делают? Не знаю. Ну вот, это, наверное, турецкое вино. Is it white? Is it Turkish? All Turkish? Yes. А, это все турецкое, оказывается, вино. Можно в Казахстан привезти. Кстати, оно недорогое, да? 25 500 тенге. 500 тенге? 1500. Это вино стоит 500 тенге. А вот это? Кстати, Асет уже подружился с местным продавцом. Да, это я уже ем второй раз. Это очень вкусно. Нам получается рис, курица и орехи. Берешь. Вот. Стоит 5 лир. 5 лир это... Меньше 500 тенге. 5 лир это 350 тенге. То есть такая очень большая порция с рисом, курицей, орехами. Очень вкусно. Угу. Ой, а тут продается виноград. Я хочу виноград. Ты просто хотела бы, чтобы тут стоит. Нет, он просто красивый. Ладно. Я сегодня в поисках карты, флеш-карты, увидела, совершенно случайно дошла до очень классной улицы. Сейчас буду показывать Асету эту улицу. Кстати, Стамбул работает очень поздно. Ой, работает. Стамбул не спит вообще ночью. Мне кажется, они просыпаются ночью все. Причем наши соседи тоже, они спят наши до обеда. Соседи все спят, просыпаются в 2 часа, наверное, в обед. И начинает шуметь. А как раз в это время у нас работа. Программ тяжело ходить. Вау! Что это такое? Это очень классный отель, который нам не по карману. Тут очень много отелей, на самом деле, классных. Это получается рядом прям с нашим домом. Мы живем на какой-то центральной улице, где ходит очень много народу. Очень много людей. Что говоришь? Там любимые орешки продают. Я забыла, как это назвать. Можно посмотреть. Жаль, что там? Орешки. Да, это кажется это. Забыл, как они называются. Резерва.
Да. Тут машины не ездят, тут, получается, только люди ходят. Ты можешь сегодня вторник. И самый прикол, что тут только местные ходят, да? Да. Тут ходят только местные. Да. Какой-то фестиваль, что ли? Не знаю, может быть, какой-то фестиваль. Но такое чувство, как будто праздник каждый день здесь. Хотя, возможно, какой-то фестиваль, да? Гуляли и наткнулись тут на вот этот рай. Осета я потеряла уже, он меня не видел, не слышал. А, это очень... Ой, я хочу попробовать, можно? Да, вау. Уйди. Капец, тут пахлавы. Это пахлав... рай пахлавы. А это что? Это разные халва, да? О, очень круто. Смотри, какие тортики. Да, это знаменитое турецкое мороженое. Знаменитое шоу. Там, где он дает, но не дает мороженое. Бери. Да, он говорит, бери. Тут у нас получается ночная жизнь Стамбула. Там лайв-бэнд играет, живая музыка. Заморалась, как всегда. Это, кстати, медовое или что это вообще? Дай пробую. Или ты попробуй, скажи, на вкус как. Это медовое, у меня теперь вся кофта в меде. Короче, эту штуку мы купили за 70 тенге только что. Съешь ее? Очень сладкая? Мёд. Что, сладкая? Сладкая? Да, очень сладкая. Так, тут почему-то на полу лежит много хлеба. Сидит кошка, охраняет все это. Очень много заброшенных домов, заброшенных зданий. Я не могу понять, с чем это может быть связано. Вот